попались за хранение наркотиков. Полиция задержала двух женщин и мужчину за незаконное хранение и дальнейший сбыт наркотических веществ. 24-летнего одессита полиция задержала на Паустовского. Когда он увидел правоохранителей, пытался сбежать и избавиться от так называемых закладок, которые он успел оставить. На месте событий правонарушители изъяли 16 свертков с каннабисом, телефон с адресами закладок и банковскую карту, на которую он получал деньги за товар. Приехал ты сюда с какой целью на поселок? Раскинуть, что мне сказали сделать. Я ходил через поля, раскинул через поля, потом думал, поеду в сторону Личанки и там доделаю. Но меня перехватили из Струнки. Спустя несколько часов на том же поселке Котовского полиция задержала 38 и 34-летних женщин, которые при себе имели 40 свертков с веществом, похожим на метанол. По словам подозреваемых, они должны были разложить закладки по микрорайонам. Мне позвонили на номер, сказали, чтобы я приехала в определенное место. И в определенном месте там забрала пакетик с делами, чтобы привезла сюда, в этот сюда, поселок. Я пришла туда для того, чтобы взять пакет, который должна была передать мне Ира, чтобы я переложила по другому указанному адресу. Подозреваемого человека уже затримано в порядке статьи 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Та помещение до изолятора тимчасового тримания. За данным фактом распечатано криминальное провадження за частиною 1 статьи 307 Кримінального кодексу України. Вилучені зі слів мешканок Суворовського району метадон направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішено питання щодо притягнення зловмисниць до відповідальності згідно з чинним законодавством.